спортивная школа спортивной гимнастики, где я еще тренировалась, будучи 5-летней девочкой, где начиналась моя карьера. Само помещение, сам спортивный зал пришел просто в отвратительное состояние, он требует ремонта. Я в тупике. Кому можно обратиться? Вопрос цены 60 миллионов рублей. Кому обратиться? Кто может помочь? Как быть? Ну вот это яркий пример того, о чем я говорил. У нас рассогласование между муниципальным уровнем управления и государственным. Уже ближе к семье. Демократическая ситуация, смотрите. Можно с мальчишкой познакомиться? Посмотрели на строителей. Для этих целей в том числе и такие мероприятия проводятся. Познакомитесь. Ну а дай бог, что и сложится у вас. На нашей площадке в этом году участвовал. Уже кто-то поженился? Нет. Численность населения Волгоградской области продолжает сокращаться. Но в отличие от многих других субъектов, мы с вами, уважаемые коллеги, знаем, как выйти из сложившейся ситуации. Стоит сегодня отметить, что сегодня этот приоритет стоит у губернатора и депутата Волгоградской области на контроле. Самое главное, что мы уже приступили к непосредственно к проектированию. Уже все, уже есть. Хорошо. И к концу 2020 года будет все. Поэтому да, здесь... Да, я помню. Ну что, ваше решение. Спасибо. Заходите. Я работаю в своем постоянном графике, сейчас иду проводить очередное совещание. А можете что-нибудь сказать по поводу обысков, которые якобы у вас проводились? Вы знаете, я глупости такие не комментирую, мне абсолютно это не интересно, что пишут и о чем пишут. Спасибо. Вот здесь, когда-то я играл в хоккей. Я здесь стоял на воротах, я здесь катался, понимаете? А сейчас здесь бурьян и заросли. Когда я буду мэром города Волгограда, а такое может быть, я сделаю самые лучшие дороги в городе Волгограде и самые прекрасные площадки для детей. Ностальгия! Партия ЛДПР всегда... практически поддерживает стратегические направления «Единой России», по крайней мере, в нашей области это всегда однозначно, да, и практически никогда не поддерживает коммунистические предложения. Люди часто спрашивают, главный вопрос для них перед выборами. Не отходите от темы. Я не отхожу. Как им определиться, за кого голосовать, кого поддерживать? Вот Юрий Александрович все четко их сориентировал, как себя ведет ЛДПР. Я думаю, многим будет проще принять решение в сентябре на выборах. Когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, их пенсии сегодня, их, которые созданы в тех годов, получают те тунеядцы и это алкаши. И поэтому у них 8 тысяч рублей. Ты говоришь, малоимущий. Да малоимущий он сам себе создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком. Чтобы было расписание, чтобы люди четко понимали, что это вторник, четверг, суббота, к примеру. Скажите людям, наконец-то, когда это произойдет? На данный момент. Когда люди узнают расписание. Вы не с Луны прилетели, да, или вернее, не на Луну прилетели. Здесь вывозили мусор. Здесь в одном случае там 3 раза в неделю, в другом... Что здесь сложного, я не понимаю. Мы будем составлять протоколы и штрафовать на полную катушку.